Читай вопрос. Сколько грибов в третьем бочонке? Читай ответ. В третьем бочонке 24 огурца. Ничего не смущает? Нет. Оля, давай. Алло, здрасте. Здрасте. Это у вас узкий минигус, когда разбор? Помать хочешь? Да. У нас не разбор, у нас контрактные двигатели и коробки. Да, контрактные двигатели. А этот, на Nissan, этот, АТЛ Nissan? На Nissan есть у вас на Nissan? Какой Nissan? Что нужно на Nissan? Типа минивэн, я забыл имя. Это у вас имя у Nissan, марка. Что нужно-то на Nissan? Двигатель, коробку? Двигатель. Объем какой? Год какой? 92-й год. Объем двигателя какой? Двойка. СР-20? Двигатель СР-20? Не знаю, брат. Я не брат, меня Настя зовут. Давайте вы узнаете, завтра в рабочее время перезвоните, ладно? Мужики, такое дело. Сегодня остановил работы по разработке грунта. Отсутствовал наряд допуск, отсутствовала техкарта на разработку. Даже оснащения видеофиксации не было. Смотрите, вот производитель работ. Значит, он с нарушениями согласен. Будет удален с объекта и не допущен к последующим работам. Не допускайте подобные нарушения. Пиздец, что я заебался. Ну. Заводится, мать. Да он заебал уже, ну. То масло не дольешь, то перебьет, ну. Ты что, не русский, говорит? Слушай, вот если ты в Москве так будешь ехать, да, и на перекрестке тебе какой-нибудь мужик скажет, вот что ты приехал сюда, чурка, что ты скажешь мне? Я скажу, я завтра уезжаю. Молодец. Короче, я решил сделать маленький видеообзор, как у Казима в машине, короче, включается сигнал. Я не говорю, братан, эта система есть. Я никогда в жизни не видел такую систему. В Юрге тоже медведи шарятся по помойкам, блядь. Во, белки оборзели-то, блядь. Уйди от моего мотоцикла. Ого! Фу! Фу! Девушка, вы не знаете, как проехать туда, где резиновые сапоги продают? What are you talking about? Еще и матом ответила. Но есть и плюсы. Допустим, все машины тут иномарки. Очень круто. Короче, если вам нравятся мои видео, высылайте деньги по факсу. Номер факса внизу написан. Пока. Черт. Ну, по-братски. Я из красавчик вообще. Исполнение. Аккуратнее. По-моему, он не врубился, что произошло. Маятник, скажи, а цикловир, эта мазь соответствует составу? Нет, другую, да? Ну, другую, да. Давайте другую. Опасная ситуация. Санька Пелевин, давай, лаунч-старт на гельке 63-м. Пошел! Так, здесь помедленнее, бро.
О, ручка, наконец я понимаю, насколько она полезна. Когда вот это... Тише, бро, здесь, пожалуйста, помедленнее, помедленнее, здесь сбавляй скорость. Да, очень хочется жить. Тише, тише, тише. Ой, Сань, господи. Сань, потише, пожалуйста, здесь реально притормози, бро, притормози. А еще притормози. Господи! Так, хорошо. Саня, ой, господи, пожалуйста, притормози, тормози, бро. Жесть. Бро, 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 тихо, тихо, тихо. Господи, тише, тише. Здесь, реально, Саня, не шучу, Саня, притормози, пожалуйста. Бро, реально притормози. Так тут-то нормально надо. А как еще? Сразу вливай я в рот, вот так вот. Как вы берете в рот, вот так вот берите в рот, все. Олимпиада Сочи, ребята, давай, пошел. Греби, братан, греби. Давай, греби, братан. Греби, братан, ты по времени первый пока. Давай быстрее, отстаешь, братан. Друзья мои, а вот такого у вас патриот вы еще не видели. У меня, значит, друг мой Ай-Майн-Тай купил для батяня своего. Сейчас такой вот УАЗ доступен у официальных дилеров, представляете? То есть спецверсия появилась. Илюха, я думаю, люди уже в шоке. Вы посмотрите, как вид имеет, а? На расширении, на дерзком переднем бампере. Лапти тоже вообще просто сок. Такой патриот уже можно назвать крутым, однозначно. Сзади, смотрите, тоже какой жирный бампер. Ай! Красотища, друзья. Просто красотища. Пишите в комментариях, как вам такая спецверсия УАЗ Патриот. Тот момент, реально, когда УАЗ Патриот можно назвать крутой тачкой. Теперь он выглядит реально огонь. Дима, как все-таки понять бабу? Ну, смотри. Так, так мы заготавливаем дрова. Верно, верно. Подожди, бензопила, иди сюда. Иди сюда. Куда пошла? Иди сюда. Иди сюда. Ну ёб твою мать, приехали. Иди сюда, иди сюда. Есть! Это пиздец! Вы сейчас охренеете! Причем этот там в Лексусе спит. Граждане, я тоже из Баку. Дайте подъебнуться старику. Это тебе. Да, это тебе. Извини, нет, все. Пока. Слышишь меня, подруженька? Ну привези пивка. Ну хоть чуть-чуть. Я жесту. Силы и убогие. Здоровья вам, спасибо, Господи, во славу Божию. Батя Божий, подай рубль на счастье заслуженному бомжу Российской Федерации. Ради Христа прошу. А невнемлющим запястьем стольник животворящий сжимающим. Спаси Господь тебя во славу Божию. Исцеляйся. Во славу Божию. Сначала исцеляйся. Матерь Божия, Пресвятая Богородица, Пречистая Дева Мария, Господь с тобою. Сначала исцеляйся. Исцелюсь. Исцелился? Дай 100 рублей, исцелюсь. На. Смотри. О, сердобольные мы. Встретил дачу товарища, он такой говорит, вот первый раз женился, короче, на геодезисте.
Так она все время кричала: глубже, глубже. Развелся. Потом женился на спортсменке. Но она все время: быстрее, быстрее, быстрее. Но я темпа не выдержал, тоже развелся. Потом женился на учительнице. Она все время: повтори еще раз, повтори еще раз. Теперь вот женат на строителе. Жена строительством занимается. И она такая: дай хуй с ним, кончим завтра. Понимаешь, не могу ни джинсов, ни хуя купить. Знаешь почему? Скидки, шуба, лето на дворе. Блять, я вот вас слушаю, что одного, что другого. Ну смысл вам вообще с ними жить тогда, если они у вас такие? Я в своих отношениях сразу вот поставил, кто есть кто. Ну, блядь, звонит. Да! Хуй на, с друзьями так будешь разговаривать. Будешь ехать домой, прокладки купи. Костюм. Дурик. Пацаны, совпадение отвечаю. Вот снимаем, смотрите, вот стоят СОДД, вот инспектора. Хотели эвакуировать сейчас машину. Смотрите, вот цемент еще не застыл. Мою машину вчера точно так же эвакуировали. Вот человек стоял без нарушения. Тут же приехал эвакуатор, тут же. Все тут же хотят забрать, прям моментально. Вот хорошо, что я их спугну. А так сейчас бы они бы вот эвакуировали вот эту машинку. И вот человек бы просто попал бы на 8 тысяч. Вот, смотрите, вот наша страна, вот. При вас, вот, знак установлен, чтобы было понятно, какой. Вот такой вот значок ставят. Вот. Красиво, наша страна, вот. Вчера утащили также мою машину. Вот, свежие знаки, вот только что, вот даже ребята не отрицают. Вот, вкопан, вот, свежий знак. А зачем тебе муж? Мама, вот я так хочу мужа. Мужа хочешь? Да. Ну, будет. А вот видишь, нет другого мужа. Вот видишь, мама выросла и нашла себе мужа. И ты вырастешь и найдешь мужа. Ты что, так сильно хочешь замуж, да? Да. Ты думаешь, замужем хорошо? Да. Ну ничего, у тебя вырастешь, у тебя будет такой муж хороший. Да? У меня нет такого мужа. А ты хочешь прямо сейчас, чтобы муж был? Да. Ну вот пойдешь гулять, будем искать тебе мужа, хорошо? Хорошо. Какого? Хорошего. Который не ругается. Который не ругается, да. Выложи на первый YouTube. Давай я руку еще. Ютуб довели собак. Вот аппарат. Во. Вот это сила. Под капот. Пришел с магазина? Да, что купил? Игрушку такую я. Тебя купили. Так. Пизда рулю! Пизда рулю! Я заснял! Напелись! Чего? Куда? Еще.
Надо сильно погудить. Вот спиннер, мужской спиннер. Все. Атаху, ёп. А? Атаху. Да нет, Атаху не пойдет. Блять, всем с добрым утром. Да, не знаю, как это все дело начать. Блять, время 7:30 утра. У меня сегодня законный, сука, выходной. Блять, ну кровать я уже застелил себе. Какой-то сосед сверху въебал свою шарманку. Меня ёбнуло две лампочки, нет, три сразу лампочки ёбнуло от его баса. Я хуй его знает, что дальше было делать. Спать уже нихера не хочется. Видимо, к этому соседу подошел кто-то и попросил его заткнуться нахуй. Ну, я, блядь, не тут-то было. В общем, вот такой хуйней мы его будем сейчас мучить. Персик, не стыдно, а? Алкаш. А я взяла вот гвоздь. До того благородная машина у меня. Птички плодятся. Господи, помоги, чтобы он заплодил сюда духом. Так же сюда дует. Поехали, ни раз пу не бойся. Пу не чистый, кора не чистый, пили, чтоб на удачу владели сюда духом. Вот выслушай, молодой, вот кроме вот эти 50 рублей, кроме вот эти 200-300 рублей, на другом месте еще чиринга имеют, свои или чужие? Эти деньги? Да. Ну, свои, последние. Вот дуньте на них духом, дуньте. Еще раз, на третий раз, и для последнего раза. Когда же я думал, когда я могу, что-то у вас сидим, да, где, дуй для последнего. Раскрой так на твои деньги. Вот я сюда положила. Раскрой вот так. Соедини, не бойся. Не бойся вот так. Свои 200-300 рублей. Соедини, не бойся. Заворачивается кар, заворачивается. Его пили, чтобы хорошо было. Дунь сюда, дунь. Вот так. Фу нечистый, духа нечистая. Сюда дунь на свои 500 рублей, дунь. Вот это тратить можно, вот это тратить не надо. 200. Все, давай, забирай бабки и все. Сейчас я верну, не бойся, сынок, что ты меня так... Сейчас 500 рублей вытащишь, Ваня. Ваня, короче, под гипнозом, все. Вань, забирай бабки свои, пока, последние. Еще раз, и третий раз. Кар, выходи, его пили, заходи, чтобы на удачу была. Вот это, ладно, 100 рублей тратить можно? Вот так. Снимай, снимай, сынок, бояться не надо. Я просто хочу это... Фокус, потом понять. Потом на интернет меня кинешь. Да, да, да. Денег бойся. Заработаю. Вот так, не бойся. Соедини вот так. Вместе вот так. Не бойся. Уже пятихат доставит, ебать. Ваня, забирай бабки уже, блядь. Верну обратно, не бойся, не чистый. Потом Ваня скажет, что я вина. Ну все, все. Забирай бабки, блядь. Деньги верните, нет, все. Сука, вот, уже дверь открой. Повезется в любви, повезется в семейных делах, твои 500 рублей на временно сгорят. По нечистому духу, нечистому силу. Все, сгорели. А у тебя там бумажки сейчас будут, Вань. Там денег не будет, там будут бумажки. Вылетай нечистому духу, нечистому силу. Удача тебе будет хорошая. Все, развела тебя, короче, Надоело фэнтези в играх?
Наскучило однотипное средневековье? А как насчет постапокалипсиса, а? Тогда качай бесплатный онлайн-экшен Crossout. В этой игре ты можешь собрать тачку из сотен деталей, чтобы победить соперников. Новая фракция огнепоклонников уже приготовила для тебя десятки деталей, вроде гарпуна, взрывающихся колес и перемалывающих противников снегоходов. Уничтожай врагов, грабь караваны, ищи ресурсы и доминируй. Качай Crossout совершенно бесплатно по ссылке в описании и получай крутые бонусы.